по ощущениям, вот успел ли сделать действие до свистка? Ну, действие провел до конца, а время как бы табло не видел. И на повторе чуть видно было там по мне, что там какие-то миллисекунды оставались. И за счет этого как-то чуть выиграл. За поддержку года ему. Ну, бросок был полноценный, а время я не видел, и судьи решили итог. Я особенно признателен. Какая схватка у вас с Алиханом? Десятая схватка. И у вас 5-5? Десятая, да, 5-5. Турнир, да. Сказал Иван Грыгин. У вас соперник был сильно разочарован, вроде спокойный снаружи, но тем не менее сейчас вот пнул. Конечно, так было. Как бы чуть принципиальные схватки всегда бывают, и проигрывать чуть поэтому эмоции, наверное, чуть как-то не показал. Ну, конечно, и если по мне судить тоже, когда проигрываю именно схватки, чуть чуть разочарование такое бывает. Победить именно у него в финале более приятнее, чем у другого, например, с соперниками? В общем, принципиальный у вас схватки, сами говорите. Да, чуть можно сказать, что здесь мы уже сколько между собой боремся, всегда такие принципиальные схватки бывают. И выиграть здесь именно в финале, ну, но в олимпийском весе, конечно, как-то приятно. Вот Садулаеву что-то можете передать? Не, передать, чтобы он как-то вернулся на ковер и чуть, как бы нам тоже чуть мастер-класс показал. Этот хотел бы. Магомед, там что-то зафиксировал фол в защите. Какой фол был у Алихана? На три фола схватил или что? Или в динамике вообще? Ну, за пассивную я даже не понял сам. Сейчас. Вы бросок, по-моему, не просчитали, просчитали фолку. Там почти, может, он за трикос схватил, не было ничего. Я понимал, ну, я ничего не почувствовал. То есть, что трико. Может, не ожидали, что за последние 3 секунды он так расслабится и вы... Не, почему мы всегда боремся до последнего? Потому что здесь... И вчера, позавчера видели, что именно на последних секундах много схваток было, которые так выиграли. Было тяжелый вес, это категория Ивана Ярыгина. Все-таки выиграть в ней, наверное, особенно престижно. Конечно, олимпийский вес здесь чуть, ребята тоже чуть помощнее, опытные. Поэтому здесь бороться чуть есть разница. Едва не отдал это за несколько секунд. В этом, да, какие я мысли как... были в этом? Когда ты попал, ну, 3-3, когда счет стал, ну, какие мысли были? Конечно, сам ногу прошел и вот так провалился. Как-то такую детскую ошибку чуть совершил, неожиданно получилось. Ну, ты 5 секунд на табло, что у тебя в голове было? Ну, попробовать, потому что 5 секунд тоже достаточно времени. Можно схватку, любую схватку вытащить за 5 секунд. Главный вопрос, что испытываешь, кому посвящаешь победу? Всем родным, близким, кто за меня искренне болеет. Всем родным, близким, друзьям, братьям, всем вас слушаю. В прошлом году ты еще в 92 периодически боролся, сейчас все уже точно в 97? Ну, пока 97. Пока будем не уезжаем никуда, думаю, 97 побороться. А если этот, ну, допустят за границу, может быть и вернусь. Если в Борцовской или Неподдубного пригласят бороться, с кем бы хотел бы выступить не в 92, а в 97? Поразмышляй над соперниками. Можно было с иранцем, Касимбуром, схватку 92-97 разницы. Интересно, да почему именно с ним? Ну, я как бы на мире ему проиграл. Что такая схватка была равная. Думаю, сейчас схватку пересмотрю, можно его выиграть. Ну, конечно, на мире выиграть лучше было, поинтереснее здесь. Думаю, побороться. Еще раз можно было.